Выставка гиперсвязи открылась в Минске. Студенты Белорусской государственной академии искусств представили свои лучшие работы. Художники комбинировали традиционное узорное ткачество, аппликацию и ручное творчество с необычными материалами и новыми техниками. Все классические традиционные техники, белорусские техники традиционные, они переосмыслились нашими студентами и уже в их творческих работах реализовались в новых подачах. Искусство, оно и имеет за собой цель переосмысления важных каких-то истин и донесения таким вот визуальным способом. Это человек, который всегда с чашкой кофе в руке, с пончиком, идет, бежит на работу и хотел совместить реальность того времени, когда писались реалистические работы художников, и сегодняшнюю реальность. Представлены на выставке работы по мотивам известного белорусского художника 19 века Ивана Хруцкого. Все они выполнены в текстильной аппликации и напоминают минчанам о том, что счастье в мелочах. Увидеть выставку в арт-гостиной «Высокое место» можно до 25 февраля. Это все столичные подробности на сегодня. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго и до встречи!